Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю проходить DLC к Dark Souls 2 подробно. И в прошлый раз я остановился на том, что я дошел до этого костра, прошел всю эту часть локации. И сейчас я быстренько вернусь, наверное, в Маджулу и подниму свой уровень немного. И потом уже мы поедем дальше по DLC. У меня сейчас есть два пути, на самом деле. У меня есть ключ, который открывает дверь, которая до этого у меня встречалась в начале этого святилища. Или я могу пойти дальше вперед. И я пойду дальше вперед для начала. И потом уже будем разбираться со всем остальным. Так, что я хочу поднять? Я не уверен на самом деле. Интеллект и веру еще понемногу. Равномерно. Начиная с веры почему-то. Да, с прошлого раза я немного сменил геймпад. Я раньше играл на паде от бокса 360. И сейчас я подключил от PS4 геймпад. Так что мне чуть-чуть непривычно, но пофиг. Не должно быть никаких особых проблем. Вроде бы все работает. Ну да ладно. В общем, куда я могу пойти дальше? Я могу просто спрыгнуть здесь, наверное, проще всего. Нет, наверное, все-таки с другой стороны спрыгнуть проще всего. Хотя, стоп. Перед тем, как идти дальше, я хочу все-таки сделать еще кое-что, потому что у меня есть парочка заклинаний интересных. Кульминация. Что у меня еще, на что мне не хватает? Область вампиризма. Полное безмолвие. Это не нужно. Бурить тьмы хватает. Барьер раскрывления не очень нужен. Отпор. Повреждение не наносится, пофиг. В общем, смысл в том, что я могу использовать фимиамы, чтобы снизить требования какого-нибудь заклинания. Кульминация, конечно, хорошая идея. Но проблема в том, что... 47 веры я вряд ли смогу снизить до вменяемого значения, потому что сколько у меня... Они здесь? Да, у меня 15 и 18. То есть я могу на 15 снизить требования к вере. Там мне нужно на 17, чтобы оно работало. Так что это не получится. Ну или, может быть, я могу поднять веру еще на единичку. Ладно, тогда я подожду просто. Окей, потом разберемся с этим. Пока что я спрыгну сюда. Получу какие-то копейки урона, но это не важно. И пойду в эту сторону. И в этой стороне еще один рыцарь. И да, с них падает броня, я перепутал. С солдат не падает вся броня, с них падает только какой-то кусок. С рыцарей есть полный набор их брони в игре, и она вся с них падает. Но редко. И также оба арбалета с них падают. Один из них я подобрал уже не с них, а на локации. Второй я точно не помню. По-моему, только с них дропается, но, возможно, я его найду где-нибудь. И тогда это будет означать, что он не только с них дропается. Я не знаю, зачем этот тупик, кроме как за тем, чтобы в нем умирать. Но я не особенно планирую в нем умирать. И дальше. Самый сложный бой этого DLC. Ну, на самом деле нет. Но один из самых сложных. Это вторженец Шут Томас. Его можно было призвать на Миту. В основной игре. И он пиромант. И он дамаговый и живучий пиромант. Также он неплохо уворачивается. Его можно станлочить, в принципе, чем-нибудь более быстрым, чем моя фигня. И опять же, не все его анимации сбиваются, скажем так. По крайней мере... Упс, этой темной сферой. Упс, это плохо. Вау. Какой большой радиус взрыва. Если я хочу сделать этот бой немножко легче, то тут есть один способ. Черт. Я могу пройти чуть дальше, там стена тумана справа. Если я пройду за нее, там вода.
И если я поперекатываюсь в этой воде, то у меня сильно повысится резист к огню. Так что он будет наносить мне меньше урона. Но я не думаю, что это особенно нужно. Да, он умеет использовать вот это заклинание тепло. Оно лечит всех, кто рядом с ним находится. И меня, и его. И когда у него мало жизни, он его спамит. Его проблема в том, что его спамить довольно бессмысленно, поскольку оно не стакается, оно просто заменяется. Но все же. Готов. Человеческая фигурка. И все, собственно. Ну ладно, зато я могу тут отхилиться немного. И дальше самая неприятная часть этого DLC. Ну нет, не самая неприятная, одна из самых неприятных, опять же. Будет еще хуже. Но эти... Эта часть, в общем. Озеро. И вот эти вот недодраконы. Они опасны. В принципе, это чем-то похоже на Изолит из первого Дарка. В том смысле, что там были слегка похожие по... И по виду, и по мувсету нет драконы. Но эти намного более адекватны. Но все равно неприятны. И в Изолите их было там сильно больше и сильно хуже. И также там была лава. Что тоже немножко хуже, чем просто вода. У них есть куча таких вот атак ближнего боя, которые в целом не очень опасны. От них легко уворачиваться. И их легко дамажат при этом. У них есть прыжок, по-моему, какой-то. И у них есть парочка заклинаний дальнего боя, которые наиболее опасны. Топают они как драконы в... Ну, дрейки в... Драконьем гнезде, например. Ну, проблема тут в основном в том, что их довольно много. Ну и в их дальнобойной атаке, которая неприятна. К счастью, они ее как-то не хотят делать. Это хорошо. Вот прыжок. Ау. От него только перекат в правильный момент помогает, и тайминг у меня не очень хороший в этом плане. Опс. Лок пропал. Да, и камера в бою с ними не самая идеальная. Она все равно лучше, чем в первом и в третьем Дарке местами камеры в Bloodborne. Но все же не совсем идеально. В том смысле, что когда я мимо них перекатываюсь, например, она любит сбрасывать лок. А насколько я помню, они довольно часто дропают всякие драконьи кости, или как она там называется, в общем, предмет для апгрейда боссовского оружия. Да, окаменевшая кость дракона. Но при этом я бы не стал их фармить ради этих костей дракона. Потому что это слишком неудобные враги. Ну и здесь есть костер. Который я зажгу, но отдыхать не буду, потому что отдых среспавнит двух уже убитых. И они любят агриться издалека. Так что я не хочу рисковать. Я не уверен, как против них огонь, кстати. Скорее всего, не очень хорошо. А вот и их дальнобойная атака. Какие-то темные электрические фаерболы, которые взрываются довольно большой АОЕшкой. Упс. Неудачно перекатился. Да.
Огонь слабее, упс, чем тьма. И да, теперь я знаю, что у меня кортик не проапгрейдженный вообще. Надо будет сходить его проапгрейдить, наверное. А, и ноги их получают меньше урона, чем не ноги. Но это в основном... для меня не особенно важно. То есть, как бы, если я совсем сбоку стою и стреляю, то да, я буду попадать по ногам. А хотя нет, ноги... возможно, это просто была анимация граба или что-то такое. Странно. Кусок титанита. Интересно. Пожалуй, мне стоит эквипнуть что-нибудь такое. И порошок. Это не та кнопка. Ну да ладно. Душа великого героя. В принципе, почти нет разницы между резонантной душой и сферой тьмы. Надо все-таки великую звучную душу эквипнуть. Потому что она дамаговее. То есть, да, она не так уж сильно дамаговее и тратит там в 5 раз больше душ, чем обычно. Но иногда этот дополнительный дамаг важен. Почему я не кастанул? Окей. Возможно, они дропают куски титанита чаще, чем... чем... окаменевшие кости дракона. Вроде не должны. Возможно, мне везет. Или не везет скорее. Где-то еще, да, еще один должен быть. Как минимум. Радиус этих фаерболов совершенно безумный. То есть от них не получается уйти перекатом, в смысле, точнее, не перекатом, а позиционированием. От них нужно именно перекатываться в правильный момент и айфреймами их танковать. И это меня немножко напрягает в них. Но что поделать. Ладно, вроде бы эта локация зачищена. Как от врагов, так и от предметов. Я, конечно, вот здесь вот еще быстренько проверю. Но нет, здесь тоже никаких предметов нет. А в целом я мог бы просто пробежать мимо всего этого. То есть добежать сначала до костра, отдохнуть около него. И потом бежать сюда, уворачиваясь от их этих молний. И чуть дальше, чем вот это вот место, они не пойдут. То есть если я пойду вот сюда куда-то, они за мной уже не будут идти. А тут можно утонуть. Так что не стоит, наверное. И тут можно применить предмет, который я в прошлый раз нашел. Камень дракона или... да, камень дракона. И это поднимет здесь эпичный мост. Который позволит мне забраться в самый этот центральный главный храм. Камень, это, конечно, немножко спрятан в не совсем очевидном месте. Ну да ладно. Это активирует лифт здесь. Но я пока что на этот лифт не пойду. Вместо этого я пока что пойду... вот сюда. Поскольку здесь лежит двуручный меч крови дракона. Очень интересный двуручный меч в плане своего урона и прочего. Это самый дамаговый двуручный меч по суммарному
атак рейтингу. Но проблема в том, что у него этот урон раскинут между тремя элементами. То есть у него есть физический урон, у него есть магический урон и электрический урон. И можно заточить его еще в огонь или тьму, и у него появится еще и огненный или темный урон. То есть суммарно урона у него много, на деле он дамажит не так уж хорошо, потому что, собственно, три вражеских резиста снижают мой урон. По муфсету, да, примерно то же самое, что и меч Дранглей какой-нибудь там. Ну ладно. Черт. Этот лифт приведет меня ко входу в храм. Но на самом деле он меня не только ко входу в храм приведет, он меня приведет к еще одному лифту. Который уже немножко интереснее, потому что он приведет меня в самое-самое начало DLC. К тому первому костру, около которого, ну, я показывал, что эти лифты там есть, но еще не работают. И вот теперь они работают. И от этого костра удобнее всего идти вперед. Пока что. Я почему-то не помню, для того, чтобы использовать фемиам, нужно тратить души еще или нет. Потому что, в принципе, я мог бы пойти и сделать кульминацию доступной. Пойду, наверное, так и сделаю. Потому что мне нужен уровень для этого, и мне нужно 15 фемиамов сжечь. Два веры. Эстус я уже не могу проапгрейдить, правильно? Да, максимум. Хоть у меня и есть кусочек. И теперь в железную цитадель. И потом надо еще пойти кортик проапгрейдить. И, наверное, перетащить его в огонь. Хотя, нет, не надо перетащить его в огонь. Ну? Нет, никто за мной не придет. Удивительно. Кульминация. И снижение веры. И да, душа это не тратит. А, требования, конечно, снижаются, но при этом скейлинг остается таким же. То есть, если я снижу, не знаю, какое-нибудь там эпичное заклинание до нуля требований и веры, и интеллекта, то все равно с нулем веры и интеллекта я не смогу нормальный урон наносить, потому что у меня, собственно, 0.33. Почему 33? Что мне дает плюс один вера? Ну ладно, видимо, хватает. В общем, если у меня 0 веры и интеллекта, то у меня скейлинг будет очень плохим, правильно? Так что я не смогу использовать эти заклинания. Но в данном случае 30 интеллекта и там 33 веры, как сейчас, скейлится все точно так же, как при 30 интеллекта и, допустим, там 47 веры, потому что у тьмы скейлинг от минимального значения между верой и интеллектом. Я бы, конечно, это еще снизил, но мне не хватит. Ну, один раз можно, наверное. Потом, может, я еще один фимиум найду где-то. Что насчет всякой магии? На это мне точно не хватит. На это мне тоже точно не хватит. Хамелеон, бесшумность, крепкий волшебный щит, кристальное волшебное оружие. Гейзер душ тоже не хватит. На вихрь душ почти хватает.
Почему бы и нет? Хотя бы покажу, как оно выглядит. Что он еще продает интересного? Ничего. Ремонтный порошок, который стоило бы купить, но у него он всего один. Кстати, я хотел посмотреть, почему у меня нет заклинания, которое... Ха. Которое... Как оно? Я не помню, как оно называется. Покров пламени или что-то такое. В общем, это такой фаербол, который создается на противнике. И взрывается, который против меня пару раз Томас использовал. И довольно удачно. Раньше его вроде бы продавал Стрейд. До переиздания. Теперь я не уверен. Да, все еще продает. То есть мне нужно просто немножко душ. Потому что я все-таки хочу использовать всякие заклинания крутые. В том числе и огня. 120 тысяч. Я думаю, мне хватит. Заодно куплю броню эту. Она довольно прикольно смотрится. Еще одна сфера тьмы, темный град. У меня есть сродство, у меня нет. А, это как она называется? Персуэра. Недвижимое пламя и покров пламени. Недвижимое пламя — это мина. Я ее вешаю, она висит на месте, пока к ней кто-нибудь не подойдет, и потом взрывается больно. Покров пламени — это дистанционный фаербол. Это у меня все уже есть, да. Ладно. Теперь к Макдафу. Апгрейдить кортик. Перетащивать его в тьму я, наверное, все-таки не буду. Точнее, в огонь. Но, тем не менее, надо бы его проапгрейдить. О, он мерцающим апгрейдится, вау. Ладно. Больше вроде бы апгрейдить ничего не нужно. Колокольчик желания требует 40 веры, так что это еще не скоро. Сколько у меня? Не ясно, сколько у меня камней тьмы. 7. Может быть, имеет смысл на босса, конечно, его проапгрейдить, но пофиг. Ладно, и теперь я еще на остаток души еще пару уровней возьму. Вроде теперь мне должно хватать на все, что я хотел использовать. Ладно. Ну и поехали уже дальше. Кульминация — это, по сути, та же самая звучная душа. Только она жрет все мои души. По-моему, она жрет все мои души на использование. Но при этом очень больно дамажит. Ну, очень больно дамажит, если у меня есть хотя бы 5 душ. И она жрет 4 слота, что очень неудобно. Покров пламени. Сейчас посмотрим, как работает. Когда-то он был совершенно читерским заклинанием в плане урона. Потом его понерфили, и сейчас он не совершенно читерский, потому что он... Ну, как бы он и был не совершенно читерский, потому что он не сразу взрывается, и... От него довольно легко увернуться из-за этого. Ну, и он все еще достаточно приличный урон наносит, просто он был в 2 раза, наверное, дамаговее. До нерфов.
кульминации написано, что оно все души жрет. Угу. Расходы все души сразу. А на самом деле оно скейлится только от 5000 душ. Насколько я помню. То есть если есть 5000, то оно наносит максимальный урон. Если меньше, чем 5000, то оно наносит меньше урона. Но я вряд ли буду этим пользоваться сейчас. Сфера тьмы и покров пламени — это вполне достаточные заклинания, чтобы дойти, по крайней мере, до следующего костра. А на следующем боссе я точно не буду пользоваться кульминацией, потому что следующий босс иммунен к тьме. Или почти иммунен к тьме. Я не помню точно, 100% там иммун, или я просто буду наносить там 1% своего урона. Но в любом случае, тьма — это не самый лучший вариант. Ну и снова святилище дракона. И тут все немножко разрушено. Но зато я могу спрыгнуть вниз. И спрыгнуть еще дальше вниз. И попасть в эту часть локации. Эта часть локации довольно прикольная в плане левел-дизайна. Такой разрушенный храм, в котором приходится перемещаться, спрыгивая между всякими обломками его. То есть, наверное, когда-то здесь были всякие лестницы, двери и проходы и все там подобное. А сейчас немножко хуже. Сейчас приходится спрыгивать и часто получать урон от падения небольшой. Ну что поделать. И местные враги — это вот эти вот рыцари. Рыцари крови дракона. Видимо, довольно уязвимы к тьме, учитывая, сколько я урона им наношу. Так, почему у меня эквипнут порошок для починки? Это не то, что мне сейчас нужно. В ближнем бою их довольно легко парировать, насколько я помню, и довольно легко бэкстабить, потому что если от них увернуться, от некоторых их атак, то они открывают спину на какое-то время. Теперь это все. Там арбалетчик, которого стоит убить заранее. Это эффективнее. Здесь огромная куча ящериц. Которых всех не убить вообще никак. Но, в принципе, это особенно не нужно. Они дропают всякие титаниты, естественно, там камни для апгрейда оружия, но ничего особенного. Как и все остальные ящерицы. Сейчас не смогу пройти. Ну, на самом деле смогу, если прыгнуть. Но, с другой стороны, мне не особенно нужно. Окей. Я не помню, говорил ли я в прошлый раз, но фантомы не могут активировать эти кнопки, так что немножко читерски можно прятаться за этими дверьми от вторженцев. Возможно, это пофиксили, теперь фантомы могут после переиздания. Не уверен на 100%, но до переиздания фантомы точно не могли нажимать на кнопки. Так что было весело. Тут открытые сундуки. Ну, собственно, где-то в описании чего-то, по-моему, шлема.
Да, рыцари святилища отрекались от собственной плоти, чтобы вечно защищать святилище от Сира Йорга и его рыцарей крови дракона. А чувак, которого я здесь убил, это как раз был рыцарь крови дракона. Так что, видимо, не защитили, и они пришли и разграбили здесь все. Возможно, так. Упс. Не долетел, но пофиг, оттуда я мог только сюда спрыгнуть с чуть-чуть меньшим уроном. И сам я пойду в эту сторону. Тут на самом деле несколько разных вариантов, как проходить. То есть не несколько разных вариантов, как проходить, но тут есть несколько мест, в которые можно спрыгнуть, и за один спуск во все эти места спрыгнуть не получится. Так что мне придется, скорее всего, начинать сверху заново. По крайней мере, я сейчас вроде как не могу уже попасть на другую сторону. Или могу? Нет, не могу. Я не помню, есть ли там что-то ценное. Но попасть туда надо. Хотя бы, чтобы проверить, есть ли там что-то ценное. Так что, увы. Сейчас отсюда для меня основной путь — это спрыгивать ниже. Где удобнее всего спрыгивать ниже, это другой вопрос. На эту лестницу, наверное, не стоит перепрыгивать, с нее я никуда не могу попасть. Кроме как совсем вниз насмерть. Ну или нет, я могу на нее спрыгнуть обратно сюда же, только этажом ниже. Возможно, это вариант. Но, по-моему, безопаснее будет это сделать здесь. Там внизу должен быть еще один рыцарь. Да, вон он. И он побежал сюда, потому что он меня увидел. Опс. И он быстро побежал сюда. Это плохо. Ну как, это не очень плохо, потому что я его убью, конечно, без проблем. Но мне не надо было ему показываться. Потому что здесь есть секретная дверь. С секретным костром. И как бы обычно надежнее активировать костер до того, как агрить на себя всяких врагов. Я перемещусь обратно к началу и теперь пройду немножко по-другому это все. В целом я почти дошел до финального босса этого DLC. Ну, потом будет еще один, как потом, он уже доступен, в принципе, но есть еще один опциональный босс и опциональная локация. Туда я пойду после финальной. И опять же, когда я говорю, что я почти дошел до финального босса, я почти дошел до двух финальных боссов, потому что в этом DLC два босса в конце просто один с другим идут. Что немного странно. Но что поделать. Но в целом, кстати, это DLC по своей структуре, скажем так, похоже на DLC, на первое DLC к третьему дарку, в том смысле, что здесь тоже два босса в самом конце. Там один, конечно, босс в как он там... Пепел Ариандля. Там один босс в конце, но там это один очень многофазовый и длинный босс, а здесь два немножко более простых. Немножко. А, и один опциональный босс где-то в середине, который опциональный и довольно хреновый. И само DLC по длительности тоже примерно похоже. Другое дело, что это DLC по левел-дизайну и по стилю, и вообще по всему, по атмосфере, на мой взгляд, намного лучше. Теперь я могу, кстати, еще одну ящерицу убить. Может быть, огонь против них лучше? Огонь, по крайней мере, лучше в том смысле, что покров пламени АОЕшнее, чем сфера тьмы, так что, может быть, я смогу двух сразу зацепить.
И это должно провернуть так, что оно будет сверху открыто. Да. Огонь определенно лучше. Ну, тут не успел. Мерцающий, мерцающий. Ау, арбалет. Я наркоман все еще. Да, я могу перепрыгнуть туда. Возможно, там просто ничего нет. И также могу попытаться спуститься по этой лестнице, но она никуда не ведет. Ну, в том смысле, что она обрывается где-то. Где-то вот здесь примерно. Левел дизайн в этой локации и вообще в этом DLC мне очень нравится. Да, бесцельность. Видимо, здесь действительно ничего нет. Кое-что есть этажом ниже. Но могу ли я туда отсюда попасть нормально? Это другой вопрос. Ну, наверное, я могу просто перепрыгнуть назад на лестницу. Не уверен, что я долечу. Я точно долечу туда вперед. И это, в принципе, меня приведет туда же. Так что лучше сделать так. Это, наверное, единственная часть вообще во всей этой серии игр от Фромов, то есть начиная с Demon's Souls и заканчивая третьим Дарком и включая Bloodborne. Эта локация, это единственная, где мне нравится платформинг. В принципе, я даже быстренько... не. Я не свалю в Маджоу, потому что, опять же, кульминацию я использовать на ближайшем боссе не буду. А между боссами будет еще один костер. И там я уже смогу потратить души и потом попробовать кульминацию против финального босса DLC. Ну, дамагово, конечно. Но очень неудобно. Потому что сфера тьмы... Она не проходит сквозь противника. То есть, если он приближается ко мне, он все равно получает урон. Покров пламени. Если противник приближается ко мне, то все пофиг ему. Потому что оно сзади него остается и взрывается. А, здесь еще один. Опс. Опс. Не отхиливайся, чувак. Я знаю, что ты хочешь. Я и так могу. А рыцари эти ничего не дропают абсолютно. Ну, они дропают немножко душ. Возможно... Не, возможно, я ошибаюсь, они дропают какой-нибудь титанит или еще какие-то расходники. Но броню свою они точно не дропают, потому что броня их лежит вот здесь. А оружие их у меня уже есть. Кстати, не прочитал описание этого всего. Двуручный меч принадлежал одному из рыцарей Крови Дракона, которыми командовал сэр Йорк. Гравировка на эфесе изображает Кровь Дракона. Для рыцарей свежая Кровь Дракона была священна. Они верили, что с ее помощью могут постичь саму жизнь, вырвавшись из оков бренного существования. И броня. Черный шлем рыцарей Крови Дракона, пришедших из давно забытых земель. Во время осады Вечного Святилища рыцарей, поклонявшихся Крови Дракона, возглавлял сэр Йорк. Они провалились в святилище, когда проснулся дремлющий дракон. Красная тряпица, повязанная поверх черного доспеха, олицетворяет кровь дракона. Броня очень стильная. И довольно неплохая по статам, но тяжелая. Так, где она? Вот она. В принципе, я в ней могу нормально перекатываться. У меня в ней меньше скорость каста и меньше зарядов заклинаний. Зато она прикольно выглядит. Тяжелая она в том смысле, что она тяжелее, скажем, элитного рыцаря.
Хотя и не сильно. То есть средняя, по сути, по весу. Фарлорновскую я, кстати, не посмотрел. Я уже читал ее описание. Но я не посмотрел ее внешний вид. И она легче. Ну, местами. Перчатки тяжелее. Сапоги легче. Ну, не знаю. Возможно, она на женских персонажах плохо смотрится. Но мне не нравится совершенно, как она выглядит сейчас. Буду рыцарем. Потому что я могу. А, и здесь еще, да, открытые сундуки. Кстати, то, о чем я до этого говорил в одном из прошлых видео, что типа необходимо использовать всякую броню магом и все тому подобное. Ее, конечно, не необходимо, я могу сейчас вот без брони спокойно бегать и всех убивать. А, но что я имею в виду, это для максимальной эффективности. Если вы играете персонажем ближнего боя, то вам нужно в первом дарте абсолютно ничего, в третьем дарте тоже абсолютно ничего, во втором дарте, ну, кольцо клинков. Плюс 2 там какой-нибудь. И если у вас... Где оно у меня, кстати? Если у вас билд под кольцо Флинна, то еще и кольцо Флинна. То есть 2 кольца. И вы наносите максимально возможный урон для своего оружия и для своего билда. И никаких проблем. Если у вас колющее оружие, то окей. Еще и кольцо льва. Если вы играете магом, мне для того, чтобы наносить максимальный урон, нужно кольцо на мой тип урона. Это, или на огонь где-то тоже что-то было, по-моему. А, на магию... Я не помню, кстати, если... Наверное, в первом дарте точно было кольцо с яростным драконом или что-то подобное. А, в третьем дарте там 3 кольца на урон и для магии, и для пиромантии есть. Ну и для тьмы тоже, потому что там тьма — это либо магия, либо пиромантия. А, кольцо на скорость каста... Полный набор брони на скорость каста, шлем там на какие-нибудь заряды заклинания, в первом и третьем дарте шлем на урон и так далее. То есть магом я забиваю себе абсолютно все слоты для того, чтобы наносить полный свой урон. Милишником я ничего не делаю для того, чтобы наносить полный свой урон. Я просто беру оружие, и этого достаточно. Беру оружие, и там максимум 3 кольца во втором дарте, в первом и третьем одно кольцо. В этом смысле мне не нравится такая разница между магами и не магами. Так, я заблудился. Точнее, я не заблудился, я знаю, куда я хочу попасть. И не уверен, как туда нужно попасть. Я хочу попасть на противоположную сторону, на этом этаже. А, наверное, с той лестницы, а на ту лестницу... Упс, мне не сюда. На ту лестницу, наверное, сверху все-таки. Еще выше сверху, возможно, я все-таки зря сюда спустился. Но это я туда попаду, где я только что был. Ха. Мне казалось, отсюда можно было куда-то спрыгнуть. Потому что на ту сторону я не допрыгну, по-моему. Я могу попытаться, конечно. Видимо, все-таки нужно было сверху спускаться. Опс. Окей. Это не совсем так получилось, как я хотел. И я попал не туда, куда я хотел. Видимо, я хотел еще выше или еще ниже. Это настолько интересная, скажем так, локация, что, несмотря на то, что я здесь был раз 10... Да, вот туда, наверное, мне нужно. Я не помню, куда мне именно нужно попасть. Где предметы, а где просто тупики. Ну, здесь еще пара рыцарей. Винный бальзам — это для... еще какого-то стата. Для ловкости. Как раз у меня не было. Мерцающий титанит. Тут ничего. Тут еще один рыцарь. Он, кстати, так стоял, что удобно было бы его накормить покровом пламени.
Ну, 4 сферы тьмы тоже, окей. И еще титанит, и... гладкий шелковистый камешек, и вообще все хорошо. Все, теперь эта локация, по сути, полностью пройдена. Я подобрал все, что можно было подобрать. Упс, а перелет? Совсем перелет. И это уже вход к боссу. Перед тем, как идти к боссу, я использую перо. И поменяю свой набор заклинаний, потому что то, что у меня сейчас эквипнуто, мне не поможет совсем. Я, кстати, могу заодно показать. Что я там теперь могу использовать? Вихрь душ. Нет, я не могу его использовать. Окей, не могу показать. А, я не могу его использовать, потому что у меня был интеллект от шлема. Да. Вихрь душ. Как-то так работает. Он летит во все стороны вот такими вот мелкими зарядами душ стреляет. Не очень мощно в данный момент, но стреляет. Нет, невозможно использовать костер. Окей, видимо, пришло время для ближнего боя. Ну, с плюс 5 кортиком тоже так себе урон. По-моему, они после прыжка любят стоять на месте долго. Ну или... или после этого. Они, в принципе, после почти всего любят стоять на месте долго. Вау, я его затанковал. Бойз, он в этой части работает. Удивительно. Ладно, это мне не нужно. Он, в основном он так слабо дамажит, потому что у меня мало интеллекта. То есть 30 интеллекта это довольно мало для магии. Ну и плюс у меня посох не для магии. Заточенный. Так, и... что мне еще эквипнуть? Мощное поджигание. И какой-нибудь там большой огненный шар. Ну и в один слот я эквипну сферу тьмы, потому что я хочу просто проверить, вообще она не будет урон наносить или будет наносить очень мало. Посмотрим. Ну и для того, чтобы добраться до босса, мне не нужно ни с какими врагами связываться. Я могу просто спрыгнуть сюда. Упс. Спрыгнуть сюда. Спрыгнуть сюда и продолжать спрыгивать, пока я не доберусь совсем до пола. Я при этом получаю какие-то копейки урона, но это не критично. Если я не хочу получать копейки урона, я могу эквипнуть кольцо кошки или что-нибудь подобное. Это мне не нужно теперь. Есть ли у меня что-то на тьму? Точнее, на огонь. Дальность полета стрел. От ударов в спину. Постепенно восстанавливает здоровье. Дроп, ячейки для заклинаний. Заряды заклинаний. Продолжительность заклинаний. Ответный выпад. Баланс, это все не помогает. Не, видимо, для кольца, для огня либо нет кольца, либо у меня его просто... я его не нашел. Возможно, какой-то там из ковенантских колец дает огненный бонус, потому что вот кольцо для тьмы — это кольцо ковенанта. Но посмотрим. Так, тогда что мне эквипнуть? Больше душ? Больше душ. Самый простой вариант. И остальное все нормально. Тут можно призвать двух NPC. Тут можно призвать Эли Стальное Сердце, она не помогает. Но она помогает отвлекать от меня врагов. И тут можно было призвать Бенхарта, по-моему. Да. Я на 100% не уверен, учитывается ли это для его квеста. То есть, считается ли это в один из тех трех призывов, чтобы он дал мне свою броню и свой меч. По-моему, нет. Но я могу ошибаться. Нет тут никакой призрачной стены на самом деле.
Ну и давайте разбираться с боссом. Призывать я никого не буду. Скверная королева Элана, и дать Майю не дамажит вообще никак. А, не, дамажит. Просто я был слишком далеко. Дамажит, но ау, довольно слабо. А сама она довольно интересный босс в плане геймплея. Она босс-маг по большей части, она кастует вот эти вот покровы пламени, как и я. Она кастует очередь из... Ау. Из темных фаерболов, и она призывает всякую хрень. Призывает она в том числе и Вильстатта. Да, почему бы и нет. Окей. Вильстатта можно убить. Она может призвать еще одного. Причем она, по-моему, не может призвать еще одного, пока один здесь. В том смысле, что она не может призвать Вильстатта конкретно. Она может призвать другую всякую фигню. У нее вообще три варианта призыва. Это либо толпа скелетов, либо Вильстатт, либо толпа свиней из Маджулы. По-моему. Как редкий вариант. Опс. Странно, что не Вильстатт редкий вариант. Вильстатт это один из самых частых вариантов. Ау. Я наркоман. Бывает. И она телепорт сюда. И у нее есть очень мощные милишные атаки. Ее топор это ее самое опасное оружие, на самом деле. Ау. Потому что удары ее топора снимают очень немало хп. Больше, чем покров пламени. И, ну, примерно столько же, наверное, как вся очередь ее фаерболов. Ну, темных орбов. Ну ладно. Можно, конечно, ее переигрывать раз за разом и надеяться, что она не призовет Вильстатта. То есть она может призвать просто там трех скелетов, и это совершенно халявно тогда. Но, опять же, призвать она может несколько раз разную фигню за бой. И тут нет такого ограничения. То есть если я не убил, если она призвала скелетов, и я их не убиваю, это не значит, что она не сможет призвать еще что-нибудь. То есть она может призвать скелетов, я их оставлю в живых, и она там через пару минут призовет еще и Вильстатта. И у меня будут и скелеты, и Вильстатт, и это совсем весело. Так что лучше все-таки убивать то, что она призывает практически сразу. Я бы сказал, что Вильстатта как раз, наверное, может быть, не стоит убивать, потому что он неудобный для убийства и опасный, и все там подобное. Как насчет получать урон? Ладно. К счастью, от ее топора довольно легко уворачиваться. К несчастью, она телепортируется. Опс. По-моему, это довольно интересный босс. Не знаю. Некоторым он, по-моему, не нравится почему-то. Ну, то есть как? То, что она призывает... Да, у нее есть такая вот большая ОЕшка. То, что она призывает Вильстатта, это, конечно, немного странный элемент. Особенно учитывая, что Вильстатт — это просто босс из основной игры. Если бы она призывала какого-нибудь нового босса, это, возможно, было бы интереснее. Скелет, иди нафиг. Иди нафиг, тебе говорят. Слушай. Нет. Черт. Два раза подряд покров пламени, это неудобно. Надо убивать скелетов быстрее, потому что они отвлекают очень сильно.
И надо эквипнуть в правую руку пиромантию. Потому что правой рукой вставать удобнее. И даже когда она призывает Вильстат, это, мне кажется, достаточно интересным и хорошо реализованным боссом с несколькими противниками. Так что в этом я тоже особых проблем не вижу. Я не помню, по-моему, если я ее пытаюсь дамажить, пока она вот в этой вот анимации, она получает урон, но меньше, чем если я ее просто так дамажу. О, это большая уяшка, точно. Когда она руку поднимает. В этом не стоит стоять. Лови-ка ты запретное солнце. И лови-ка ты еще одно. Черт. Покровы по мне она в паре разных вариантов кастует. Либо прямо на меня, и тогда мне нужно двигаться или перекатываться, или еще что-нибудь делать. Либо вокруг меня, и тогда мне нужно стоять на месте. Ну или опять же перекатом уходить. В смысле... айфреймами. Скелет. Почему ты еще жив? Почему ты еще жив, тебя спрашивают? Упс, дальность. Тот факт, что она стоит вплотную к стене, меня немножко напрягает. Окей. Да, блин. Окей. Ну, мощные поджигания против нее эффективнее всего получаются. Почему бы это? Большой огненный шар вроде бы тоже окей. Оно пишет 86 урона. Ау, это фигня. Окей. Но на самом деле больше, просто оно несколько раз наносит урон. И последнее попадание 86. Ну, потому что, судя по хилсбару, явно не 86 там урона, а больше. Окей. Нет. Черт.
Черт. Мне надо поменять мои заклинания, потому что покров пламени не помогает совершенно. Потому что он ее не дамажит по какой-то причине. А мощные поджигания помогают очень неплохо. Возможно, мне стоит взять их еще парочку. Есть ли у меня еще парочка? Это не нужно. Это тоже не нужно. Есть обычные поджигания. И у меня есть огненные сферы, но они не очень хорошие. Шторм хаоса, не знаю, можно попытаться. Пойду быстренько в моджулу, может быть, я куплю еще одно мощное поджигание. Потому что вроде... Этот маг должен продавать заклинания. А, нет, он не продает пиромантию. У нее я уже все купил. Да, только обычное поджигание осталось. У Фелкина, возможно. Да, милишникам с физическим уроном этот босс немного проще, потому что я урона больше наношу, заметно больше. Но с другой стороны, так веселее. Нет, у него вообще только тьма. Возможно, также этот босс был бы достаточно простым, если бы я был не темным пиромантом, а с магией или с верой, потому что, учитывая, что она стреляет тьмой пиромантией, наверное, у нее к этому резисты повышенные. Так. Что я еще могу взять? Ничего полезного, в принципе. Мне слегка интересно, работает ли это, но веры у меня на это точно не хватит. Потому что если можно выключить ей все заклинания, это, наверное, довольно прикольно. Также я хочу поменять свой щит. Потому что если я возьму щит с хорошей защитой от тьмы, то это будет очень неплохим планом. 65, 60, 70. Тоже 70, 75. Как насчет щита? А, я его не сделал. Щит смотрителя. Ладно, тогда 75. И может быть мне стоит больше количество заклинаний, но снизить здоровье? О, в два раза снижать? Нет, в два раза снижать здоровье мне не стоит. Лучше уж траву есть. Тогда мне, правда, стоит сделать вот так. И может быть эквипнуть еще и эту траву. В общем, теперь я могу заблокировать ее, допустим, очередь фаерболов и получить от них довольно мало урона, скорее всего. Хотя, учитывая, что у меня не апгрейженный щит, я, скорее всего, получу все-таки достаточно урона. Не полный, но много, потому что они мне просто пробьют блок через какое-то количество попаданий. Возможно, я и полный, да, вроде бы я полный урон наношу. Тогда стоит ее дамажить, пока она достает свой топор. Ау. Окей, ближний бой кончился. Переходим на дальний бой. Это тут третий скелет, который блочит. Ш-
Черт. Это не то, куда мне стоило перекатываться. А, нет фаерболов. Обычное поджигание. Норм. Трехударная комбо. Черт. Ну-ка, штормхаус от тебя. Ну, это нанесло какой-то урон. Но недостаточный. Даже стилета не убило. В основном потому, что не попало. Не, штормхаус вообще не помогает. Я слишком долго стою на месте и ничего не делаю. Это плохо. Нет. Почему эта трава так долго жрется? Окей. Ну я попал, как ни странно, хоть она и телепортировалась уже. Окей. Если бы он при этом не стоял около нее, а подходил ко мне там, я не знаю. Было бы немножко лучше. Окей, окей. Черт, ну готово. Я не думал, что она вплотную станет покров пламени, но он меня не убил. Окей. В общем, да, магом босс довольно сложный. А в ближнем бою все немножко проще, потому что, во-первых, я Вильсата смогу убить там не с 30 кастов, а с там 5 ударов, потому что он не очень живучий здесь. И ее я смогу убить довольно быстро. А, такая же стена с таким же изображением и всем вообще таким же находится в драконьем храме. Там, где я подбирал яйцо дракона, окаменевшее. И это интересный такой элемент. Ну и здесь за ней проход.
И за этим проходом второй финальный босс. Но его я сегодня уже убивать не буду, потому что время у меня уже немножко кончилось еще минут 15 назад. Но что поделать. Ну, в общем, на сегодня на этом все. В следующий раз финальный босс этого DLC и опциональная локация с опциональным боссом этого DLC. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.